Акция, инициаторами и организаторами которой стали Министерство здравоохранения и Центр медицинской профилактики Оренбургской области, набирает популярность не только у жителей областного центра, но и у населения территорий. Людей в белых халатах ждут с нетерпением. У нас 41 район. Не все районы еще посетила наша областная организация профилактическая. Но тем не менее, вы видите, какая востребованность. Люди идут, люди интересуются. Это и говорит о том, что у врача на приеме не всегда хватает времени поговорить с человеком. А здесь у нас большая аудитория. Здесь лекторы, которые могут доступно рассказать обо всем и проконсультировать. На прием к ведущим специалистам жители Октябрьского начали занимать очередь с раннего утра. Пенсионерку Раису Сухареву в местный ДК, в котором проходила акция, привели серьезные проблемы со здоровьем. Мне сердце в последнее время стало беспокоить, и я поэтому решила опытного кардиолога пройти. Приемом женщина оказалась очень довольна. Обследование провели, мне понравилось. Все быстро, хорошо. И результат, главное, дают сразу на руки. Консультации медиков из областного центра получили более 400 человек. Самыми востребованными у сельчан были офтальмолог и кардиолог. 88 человек прошли комплексное обследование. В это же время в рамках проекта «Маршрут здоровья» в концертном зале ДК проходило ток-шоу для школьников «Поговорите с доктором». Профилактическая акция с участием именитых докторов понравилась юным жителям Октябрьского. Они вошли во вкус и буквально засыпали медиков вопросами. Самые любознательные получили ценные призы из рук министра здравоохранения Галины Зольниковой. Ученица Октябрьской средней школы Яна Сай унесла домой не только современную бытовую технику, но и уникальные знания. Это очень интересно слушать, знакомиться с новыми людьми, с умными людьми, которые знают толк своей деятельности и владеют своей информацией. Всего в ток-шоу «Поговорите с доктором» приняли участие 350 юных жителей села Октябрьское.